Конкурс «Поверь в себя» – название студента года – традиционно одно из наиболее популярных испытаний. Участие в конкурсе «Почетный» ведь отбирают на такие состязания лучших из лучших. На кону заветная путевка на областной этап и возможность представить Пушкинский университет на уровне республики. Раз вас уже делегировали факультеты, а факультеты делегировали лучших студентов, то я думаю, независимо от того, какой будет результат этого конкурса, вы уже все победители, потому что очень хорошее в прошлые годы был лозунг. Не главная победа, а главное что? Участие. 9 участников – представители 9 факультетов. Каждый из этих юношей и девушек успешен не только в учебе. Они активисты общественной жизни вуза и города. И главная задача на конкурсе «Поверь в себя» – раскрыться разносторонне, показать, насколько они многогранные и интересные личности. Организаторы постарались подобрать испытания таким образом, чтобы у каждого из участников был шанс показать, что именно он достоин звания «Студент года». Для меня это очень знаковое событие, поскольку такой шанс выпадает не каждый год. И вообще это очень... хорошее мероприятие для того, чтобы проверить свои силы, то, на что я способна, скажем так, даже немножко на стрессовую выносливость. Мероприятие очень интересное, разнообразное. Самое, пожалуй, сложное было это сделать проект, но это того стоило. Тенденция одна. В этом конкурсе участвуют самые яркие, самые умные, талантливые, креативные студенты, которые так организуют свое время, что они успевают учиться хорошо и отлично, и заниматься общественной работой, волонтерской деятельностью, творческими различными занятиями. Поэтому тенденция, скажем так, из года в год, она одна и та же. Это самые лучшие и самые интересные, талантливые ребята. Студент – ни звание, ни положение. Это состояние души, уверены участники 19-го конкурса «Поверь в себя». И от того, как пройдут эти 4 или 5 лет учебы, зависит, какие воспоминания будут греть душу через десятилетия. Несмотря на то, что сегодня на сцене эти 9 юношей и девушек-конкурсанты, в жизни они хорошие друзья, которых объединяет стремление сделать учебу более разноплановой, а обыденную жизнь яркой и интересной. Но все-таки состязание есть состязание. Звание студента года получила представительница биологического факультета Екатерина Ильютчик.